Прибыли со всего мира. Многие из нас думали, что эта война станет нашим ритуалом взросления, большим приключением. Я скажу так. Никакое это не приключение. Те же танки могли в одночасье решить исход сражения. К счастью, они в основном были на нашей стороне. В основном. На нас рассчитывает пехота! Держи меня в курсе дел, сынок! Они наступают из траншей! Давай, пулемет! Гаси их! Они побежали! Навалились! Вперед! Сохраняй отечество!
борт нашим парням! Выдвигаемся с остальной бронетехникой! Солдаты, держитесь! Подожми, черт возьми! Почти прошли! Огонь по всему, что движется! Мы прорвемся! Черт! Побеги! Вместо приключений мы нашли страх, а уравнивают на войне только смерть. Thank you.
Они наступают. Мы наступаем. Мы сражаемся отважно, чтобы увидеть проблеск света в этой нескончаемой войне. Хоть на мгновение. Война — это целый мир. А мир охвачен войной. А на войне за каждым прицелом стоит человек. И эти люди — мы. Прожженные жизнью и наивные. Честные и преступники. Мы созданы для легенд, но не войдем в историю. Мы небесные рыцари. Мы пустынные призраки. Мы траншейные крысы. Это наши истории.